Традиционный ледовый фестиваль прошел на высокогорном озере Хупсугол в Северной Монголии. Зима здесь обычно долгая и суровая, и даже в марте не желает отступать. Но зимние забавы от этого только веселее. На фестивале можно посостязаться в стрельбе из лука, поучаствовать в гонках на санях или просто покататься по льду. Проходят и соревнования профессиональных спортсменов. В скоростном беге на коньках победила 17-летняя Мунгерел. Я катаюсь на коньках 7 лет. Начала в 2012-м. Перед этим соревнованием я усиленно тренировалась 2 месяца, поэтому и выиграла. Теперь я счастлива. На конкурсе лучшего национального костюма награда досталась учительнице из Хувсгила, самого северного аймака Монголии. Мой костюм – это ДГЛ, одежда монголов-халхасцев. Она состоит из жилета, халата и национальной шапки. А еще есть чаша. Монгольские умельцы украсили озеро ледовыми скульптурами. А рядом можно прокатиться на ледяной горке или посидеть в ледовом кафе. Это невероятно. Стоишь на середине озера, а под ногами 250 метров воды. Просто фантастика. Раньше я такого не видела. На праздник привели даже оленей. Правда, обустроились они на берегу озера. Есть люди, которые не знают о существовании оленей и оленеводов в нашей стране. Я хочу показать, что мы есть. Ледовый фестиваль проходит здесь уже 19-й год подряд. В этот раз его лозунг – «Любить и охранять озеро Хупсугол».